Далее вас ждет наша традиционная рубрика «Народные новости». Что нового произошло у горожан, узнала Анастасия Куклева. Что у вас в жизни происходит нового, что интересного? Что нового, что интересного? Да вон человеку индивидуально предпринимательство открываем. На работе получил 3% от того, что я продал, 2000 рублей. Коплю деньги на поездку на море. В кино сейчас сходили. Сейчас вот идем в суд, в арбитражный, судиться с администрацией Волгоградской области. У подруги день рождения сегодня. Детей родили, замуж вышли. Вот попробовали очень вкусный чай. Сестра приехала. Утром встал, поехал на Волгу, искупался, с народом пообщался. Вегетарианское кафе сходили первый раз. Березки были на открытии. Да. Второй смены, очень понравилось. Прикупил себе шляпу, неплохая шляпа. Волгу первый раз увидела. Мне визу дали в Америку на 3 года. Заколку купила.